Праздник Покрова Божией Матери близок к сердцу каждого из нас, потому что независимо от положения в обществе, независимо от того, богат человек или беден, здоров или болен, все мы с вами нуждаемся в любви и заботе Божией Матери. Это слова из проповеди на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, произнесенные митрополитом Брянским и Севским Александром. В этот день архипастырь совершил свое служение в храме поселка Удельные Уты Выгоднического Благочиния. Храм Покрова Богородицы возведен в селе Удельные Уты в 1766 году помещиком, надворным советником Алексеем Васильевичем Подлиневым вместо прежней деревянной церкви. В 1922 году храм был закрыт, и в нем же устроен склад. Здесь руины были. Просто вот деревья, березки росли на груди вот оставшихся кирпичей. Ну, видно было, что это храм. Старые люди проходили, крестились возле этого места. Ну, а мы ничего не понимали. В 1994-м по инициативе председателя колхоза «Десна» приход был зарегистрирован, а 4 года спустя начались восстановительные работы. Жители села активно участвовали в реставрации пороганной святыни. В 2014-м храм был газифицирован. Вскоре установлены новые царские врата, проведен внутренний ремонт. В дальнейшем планируется вымостить дорожку вокруг храма и установить детскую площадку. С 2012 года я встала сюда. Первый раз на службу пришла, и меня поразило то, что службу вели семья. Исключительно семья, никого не было. Но это была вечерняя служба, какой-то будний день. И, в общем-то, я не знаю, меня так зацепило вот сама обстановка в этом храме, что я больше не смогла сюда не прийти. И, в общем-то, по сей день я сюда и хожу. У нас такой, знаете, приход какой-то кроткий. Вот мы такие кроткие, мы такие вот все тихие. Ну, вы вот, если будете на службе, вы это увидите. То есть это видно. По окончании литургии владыка Александр возглавил праздничный крестный ход вокруг храма, в завершении которого благословил молящихся иконой Покрова Богородицы. Был также совершен молебен на всех православных христианах в аузах темничных пребывающих. День праздника Покрова Божией Матери. Просить Божию Матерь о том, чтобы она всех нас умудрила, вразумила, смирила, чтобы каждый из нас знал свое место под небом, под солнцем, и умел благодарить Бога за все Его непрестанные нам благодеяния. В благодарность за труды по устроению храма владыка Александр вручил благотворителям и прихожанам медали и грамоты. В ответном слове протоиерей Алексей Васильев поблагодарил архипастыря за то, что разделил с прихожанами радость престольного торжества. И на добрую память о литургическом общении подарил владыке икону небесного покровителя Брянщины святого Олега Брянского.